Привет, же! Сегодня мы с тобой поиграем в добрую светлую игру под названием Ча. Приют для сирот и оставленных детей. Количество детей в приюте 7. Вы эту историю слышали уже 1000 раз. Ладно, ладно. Так вот, жила однажды девочка по имени Чиа. С днем рождения, Чиа! Разблокирован предмет рогатка. Попробуй. У меня есть оружие. Батя задарил мне крутую рогаточку, поэтому кокосы не жильцы. Мне очень нравится. Спасибо, пап. Приходи, я буду на нашем месте. Я тебе кое-что покажу. По причине, о которой она сама старалась не думать, и как не пытался ее отец, Чиа всегда одолевала грусть, когда наступал ее день рождения. Игрушка безумно крутая, хотя бы потому, что тут можно делать вот так вот, смотри. Залазишь на дерево и раскачиваешься вот так, вау! Как будто оседлал пальмового коня и прыгаешь потом вот так вот с размаха на другое дерево, смотри. Ой, как раскачался, давай! Опа! Эй, промахнулся! А, черт, жопу отбил! Бывает. Эй, Чиа, вставай! О, очухалась, ну слава богу. Можно толкать камни, вот так вот, просто бычишь на них, ты че камень, я слышу? Я сейчас тут всех растолкаю. По поводу кокосов, пойдем. Кокосами тоже можно кидаться, можно кого-то ими зарубить. Сейчас вот так вот, хоба, кокосик упал. Мы его подбираем. И если он нам не нравится, мы его выкидываем вот так вот в воду. Лазать можно не только по деревьям, но и по зданиям. Да вообще, по-моему, тут по любым поверхностям. Я какой-то, знаешь, человечек-паучок. Помимо всего этого, можно в прыжке делать всякие финты, типа вот так. Опа! О, моя почка!
Короче, тут надо учиться еще приземляться. Можно как бы сальтануть красиво, а можно вот как я. Есть животные, с которыми можно задружиться, их погладить можно, они такие прикольные. Можно их вообще взять вот так вот и спрятать себе в рюкзак. Прикинь, в рюкзак свинью затолкал, достал с рюкзака. Ну и давай положим ее аккуратненько. Но это не совсем аккуратненько. Ладно, можно еще ее кинуть в сено, если так уж прям хочется, вот так вот. Опа! Свинуха, вставай! Ты живая там? Живая! Можно взять топор, батин топор, и попробовать метнуть в здание. Интересно, он воткнется или нет? Не, не воткнется. А это, кстати, мой дом. Пойдем посмотрим, что у меня тут есть. Жрачка. Лимон, банан. Все прячем себе в рюкзачок. Пригодится. Бутылки какие-то всякие. Сковородка. Сковородку выкинем, она мне нужна, она несъедобна. Значит, все это у меня остается в рюкзаке. Это все можно пожрать, восстановить выносливость. Так, а что ты сел-то? Вставай, вставай. Вот, у нас есть еще второй этаж. Поднимемся на него. Банан! Банан упал! Ёлки, я думал, я смогу подняться с бананом. Давай мы его спрячем. Что у нас на втором этаже? На втором этаже сплю я. Это моя комната. Вот такая роскошная. Тут у меня синий медведь. Мой самый лучший друган на свете. Мы с ним переиграли во все игры, которые только возможны. Вот, например, выкинь медведя в окно. Вообще здесь можно разнести все абсолютно. Вот швабру я возьму. Нет. Прикинь, швабру не могу взять. Вот стул, кувшин, пожалуйста. Все из дома. Все, не... разбил что-то там. Ах ты, елки-палки. Ну ладно, батя, надеюсь, мне не вставит втык. У меня сегодня днюха. Мне можно творить все, что захочу. Можно пострелять из рогатки. Тут вот можно выиграть приз. Золотой кубок, как на Олимпиаде. Елки-моталки. Вот так вот расстреливаешь, все. За 30 секунд надо набрать 160, и тогда у меня будет золотой кубок. Вон туда попаду, нет? Е-е-е, попадание. Все, 160 набрал. Даже в синюю попал, офигеть. 175. Я могу! Тащу! Все, золотой кубок! Е-е-е! Вот он у меня золотой кубок. Здесь еще и серебряный, потому что первый раз я лоханулся. Вот такой кубок. Выкидывать я его не буду, пригодится. Значит, по поводу сальтух и всего остального. Можно крутяцки прыгнуть в воду. Сейчас тебе покажу. И это не будет так больно. То есть меня не отнимут очки выносливости. Юху! Бульк! И все, по красоте. Новая запись. В дневнике есть жемчужинки. То есть под водой есть жемчужины, которые можно пособирать. Но об этом чуть позже. Мне еще нужно с батей встретиться. Основу я тебе показал, да, и это еще не все. Дальше будет больше. Вот, например, сейчас ты узнаешь, что батя мне подарит на днюху еще помимо рогатки, и ты обалдеешь. Ты скажешь, это же реально Зельда какая-то, елки-моталки. Батя пришел. Че, кого? Короче, батин подарок – это крик. Он сейчас научит нас орать. Ну, я же тебе говорил, почти как в Зельде. Да не, на самом деле шутка. Сейчас увидишь, что дальше будет. Попробуй. Крикни так же. Кстати, ты обратил внимание, что у нашей девочки два разных глаза по цвету? Ну что, кричим? Давай, ори! Батя, конечно, круче орет. Ну ладно. Мы кричим для того, чтобы открыть территорию. И открыть все, что на этой территории есть. Любые предметы. Ну, короче, карта раскрывается. Вот он, подарок. Разблокирован коврик, на котором мы будем спать в походе. Не, на самом деле этот коврик совсем для другого, сейчас ты увидишь. Коврик для полетов, елки-моталки. Мы теперь можем делать, смотри, что. Вот так разбегаемся, сальтуха, вау. И коврик, коврик. Блин, а что коврик-то не сработал? Сейчас, погоди минуту. Я думал, я сальтану и коврик выпущу. Сейчас, минутку. Вот так вот, хопа. И полетели. Короче, пока есть выносливость, мы летим. Как она кончится, как в Зельде, соответственно, мы рухнем под то, что будет у нас под ногами. Чпиньк. О, ничего себе, у нас тут раковина есть, обалдеть. Погоди, еще и мячик. Е-е-е-е. Давай, роняй мячик. Блин, она пинать не может его, она только кидает мячи. Ну ладно, видимо, у них не развит футбол. О, кошка! Ёлки-палки. Нифига себе, кошечка, привет! Кошка спала, я ее взял. Вверх ногами перевернул. Давай опустим ее, опусти кошку. Ну что ты так? Давай с ней повзаимодействовать. Может, кошка, подожди! Стой! Стой, я тебя хочу погладить. Только не в воду! Ты же боишься в воду. Давай повзаимодействуем с ней. Взаимодействовать. Приветики! Погладь ты ее, боже мой. Любовь, все, у нас любовь. Она теперь будет, наверное, бегать за мной. Все, пошли дальше.
Да, кошка реально теперь за мной бегает, смотри. Прикольно, у меня есть питомец. Пойдем к моему отцу, сейчас пожрать тебе дадим. Мой новый лучший друг усатый. Значит, вот, я кокос притащу. Ай, не успел. Короче, кокос можно было на костре сжечь нафиг. Ну и самому тоже подпалить свое платье. И прикол в том, что когда ты горишь, у тебя кончается выносливость. Не здоровье, выносливость. Выносливость здесь вместо здоровья и всего остального. А еще здесь можно играть на музыкальных инструментах. Вот, например, сейчас на папоротнике будем рубать. Играть могу не в такт песни, не в такт музыки. Как хочу, так играю. Вот, например, чем быстрее жму, тем быстрее я трещу, да? Либо в такт играть. Песня здесь один из элементов игры, в общем. Давай-ка мы подбодрим такт. Будем не в такт игры играть. Девочка разошлась. Е-е-е, трещим как можем. Быстрей! Она, по-моему, быстрее не успевает. Все, короче, мы там поиграли музло, попели песни, легли спать, вот мы проснулись. Поможешь мне приготовить кутюм? К нам скоро приедет Трея. Они ни с кем не встречались, кроме Трен Дрессене, или просто Трея. Он часто привозил Чия и ее отцу еду и разные нужные вещи. Котечка со мной до сих пор бегает. Короче, смотри, у нас тут есть ферма. Мы на этой ферме можем хавать. Хавать вот, например, вот эту вот тару. И эту тару нужно батю принести, чтобы он, ну, кутюм сделал. В общем, это я могу брать в карман, потом сожрать. Вот это я могу съесть прямо сейчас, давай сожрем. И посмотрим, сколько я могу съесть, сколько в меня влезет. Да блевать не прям получится, нет? Слушай, ну я, по-моему, сожрать могу просто огромную кучу. Пузо не растет, поэтому ладно. И картошка тоже это не убавляется. Дома у нас есть какая-то безделушка. Батя попросил принести ее. Вот она висит. Сдираем. Батя там вроде готовить собрался, да? Да блин, да не ты, ты мне нужен. Мне кастрюль нужна. Вот, кастрюль возьмем, на костерчик все ее положим. Вот он мой кокандрос тут сидит, лежит. Так, кастрюлю кладем. Батя потом приготовит. Смотри, вот, короче, кокос кидаем на огонь. Он горит. Я тоже стою на огонь, я горю, и выносливость у меня тратится. О-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Чуть не окочурился. Для кутюма нам еще нужно два кокосика. Сейчас мы их быстренько сбиваем. Все, два кокоса есть. Теперь нам нужно встретиться с батей у понтона. И мы туда доберемся нашим крутым способом. Сберемся на самое высокое дерево, если у меня, конечно, хватит выносливости. А у меня, походу, не хватит выносливости. Елки. Дай-ка вон туда. О, сдохли, все. Короче, давай лучше с пальмы этот прием сделаем. На большое дерево нужно слишком большое количество выносливости. Полетели! На другую пальму приземлимся, нет? Давай вот на эту пальму. Опа! Отлично. Давай дальше, вон батя на понтоне стоит. Раскачивайся как можешь сильнее. Воу, сальтуха! Вот, получилось наконец-то. Круто вышло, да? Вообще обалденно. Батя, я здесь. Ладно, плывет этот хипстер, блин. Не, на самом деле крутой чувак, вообще отличный. На такого своеобразного Джека Воробья похож. Ясу, привет! Как ваши дела? Цветочек мне на днюху привез. С днем рождения, Че! Смотри, как краб интересно бегает. Как какая-то маленькая собачка. А, манго уронил, подбирай! Его ж съесть можно, ну что... Понятно. Цветок тиары за правым ухом означает, что твое сердце свободно. Когда ты найдешь любовь, цветок можно переложить за левое ухо. Кутюм – это традиция обмена подарками между гостем и хозяином.
Это символ взаимного уважения и дружбы. За тобой следили? Спрячь ее! О, бедный крабик! Главный злодей? Пуидуа. Нормальное имя, прямо ему соответствует. Йосу. Давно не виделись. Неужели 12 лет прошло? Значит, здесь ты прятался все это время. А что за какие-то бумажные чучела с ним вышли? Магические. Ой-ой, нифига себе. Батя! А это кто? Да, моя суперсила! Я же супергеройская девчонка. Надеюсь, ты понял, что произошло и в чем заключается моя сила. Ах ты мелкая! Прикольно, да? Мы на самодельном острове где-то посреди моря. Трей спас Чиа, привез ее к себе в лагерь и вылечил. Ей хотелось как-то его отблагодарить. Сперва нам нужно раскрыть эту территорию, то есть, как нас учил батя, крикнуть так знатенько. Сейчас мы это сделаем здесь на трубе. Вот, мы находимся здесь. Сразу вокруг нас появились какие-то там предметы, которые мы можем собрать. И мы сейчас это сделаем. Прыгаем. Уху! Ай! Опять отбился бочину. Короче, поскольку нам Трея нужно сделать подношение в знак дружбы, уважения и всего-всего-всего, нам нужно добыть две жемчужины. Вот первая жемчужина. Подбираем. А вот вторая жемчужина. Отлично. Все у нас есть для подношения. Теперь можно идти к Трея. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу посмотреть, как он тут живет вообще, что у него тут есть. О, еда. Папайя. Так, подожди, а что ты не берешь? Давай попробуем что-нибудь съесть. Вот, например, бананы. Съесть. Вот, отлично. Все это восстанавливает выносливость. То есть, если выносливость кончается, ты просто пожри что-нибудь, и все будет ок. Вот здесь вот живет Тре. Что-то мне не очень тут все нравится. О, картинка. Фоточка с нашим батей. Бинокль. Это все можно выкинуть. Трек, какой беспорядок, ужас. Подушки. Подушки тоже выкинуть. Сейчас я тут наведу порядок. Или беспорядок. Стул тут мешается, прям на входе стоит. Ну что за дела? Тут что у нас? Горшок пустой, нафига он тебе нужен? Выкинуть его. Ну или разбить. Книга. Кто книги читает в наше время? Можно электронные слушать. Ну все, вроде порядки тут навели, пойдем к Треку.
Вот оно наше подношение. Это жемчужина и раковина. Трей такой кивнул, типа, все ок. Лайк тебе. Показывает пальцем. Бери, типа, гитару, залобаем с тобой вдвоем. И как мы выясняем, Чия умеет играть на укулеле. И сейчас мы ему забацаем. Рок-н-ролл, елки. Могу дринкать сам, что хочу вообще. Это на сюжет никак не повлияет. Могу как по одной струне, либо прям боем. Сразу по нескольким. Это какой-то Guitar Hero, знаешь, начинается. Ну или все подобные игры, когда нужно в ритм просто попадать. Вот это я сейчас играю красиво, да? А могу вот так вот. Короче, это прикольно, тут все реализовано. Можно реально круто играть, а можно просто издеваться над этой песней. Но поскольку я не любитель вот этого всего, я пропущу этот момент. На, девочка, пожри. И что теперь? Чия, мне бы хотелось спрятать тебя, но тут тоже опасно. Они вернутся за мной. Тогда пойдем со мной. Давай искать папу. Я не могу бросить это место, Чия. Здесь вся моя жизнь. Но тебе тут оставаться опасно. Тебе надо уходить. Но куда? И как? Тебе нужно найти Миавору. Кто это? Миавора правит здесь уже 12 лет. Человек, который забрал твоего отца, Пуидуа, служит Миаворе. Он правит из крепости Ган-Газа в Аямуне. Как мне попасть туда? Можешь взять мою лодку. Мне она больше не нужна. Только учти, Чия, там опасно. Не знаю, сможешь ли ты... Хотя бы не спеши. Переночуй и отправляйся утром. У нас теперь будет лодка. Трей нам задарил... Так, короче, я немножко поспешил. Сейчас будет Трей нас учить медитировать. Строить вот такие вот каменные башенки. Честно скажу, я бы в реале вот это вот все бы никогда не построил, потому что у меня бы нервов не хватило. Я бы взбесился и все бы это к чертям разнес. Ну что, поехали, будем строить. Значит, я могу это все крутить, вертеть. Прямо поставишь камень? Давай прямо ставь. О, прикинь, встал! Офигеть! А дальше-то я не смогу поставить на него что-то? Нет, ну хотя, знаешь, если я вот так вот разверну, вот так вот. Блин, ну это жестко, конечно. Если сейчас получится, я просто офигею. Короче, пробую вот этот булыжник, если он не встанет. Нет, он не стал. Удаляем все к чертям, вообще все. И просто делаем обычную вот такую вот башню. Короче, у нас перестрой опять перестрой. Делаем немножечко все по-другому. И вроде пока получается. О, блинчик, смотри какой. Тихо, не скатись, только не скатись. Какой большой баллон. Интересно, выдержит наш блинчик снизу? Да, выдержит. Вроде теперь все получается, слушай.
Вот прям просто накидываем, это все очень просто, элементарно. Главное не мудрить тут что-нибудь, знаешь, типа «А!» Е-е-е, я построил! Какая к черту медитация, я взбесился после всего этого. Че, ты доволен? Открыто действие, мелодия души. Короче, при помощи этих мелодий мы можем перематывать время и не только. Сейчас мы сбацаем эту такую мелодию. Снести к черту! Вот так вот! Все, что я строил, я снес. О, птичка, привет! Привет. Слушай, мне вот интересно, если в птичку попасть, что-нибудь будет? Не, ей пофиг, слушай. А я могу тебя покормить? О, взять! Взаимодействовать. Давай повзаимодействуем. Привет. Ага, задружился с птицей, прикольно. Ты будешь меня теперь сопровождать? Будешь за мной бегать? Нет, она улетела. Она улетела, ну и ладно. Вот у меня тут еще одна птичка есть. Я ее взял. Давай, кидай. Прям в воду. Ну, кстати, по-моему, это была чайка, ей пофиг, она поплыла просто. О, тачка, прикольно, давай покатаем. Давай, катись. Ой, я сейчас все нафиг тут посношу, поскидываю. Прикольно булькнуло. Привет, подружка. Она реально, короче, теперь за мной бегает, эта чайка. Короче, вот эта чайка странная, она теперь везде со мной тусит, прикинь. Подруга, иди сюда. Подруга. Вон она бежит ко мне. Забавно. Блин, вот это классная тема, что тут можно животных заводить. Короче, ладно, давай мелодию сыграем. Вот такая вот штука. Значит, для рассвета нужно такую мелодию сыграть, для сумерок такую. Нам нужна полночь. Значит, нам нужно сыграть Б, Е и Д. Вот и сумерки. Поспать у костра. Вот, кстати, насчет костра. Сейчас я тебе покажу все фишки его. Что мы можем тут делать? Переодеваться мы можем. Давай-ка сделаем здесь красоту, наведем. Белую футболку, либо вот такую белую футболку одеваем. Шорты мне здесь нравятся, можно надеть еще вот такую штуку, но лучше пусть шорты будут. Вот, по поводу ботинок, давай кроссовки. Кроссовки это как надо вообще. Можно кепку надеть, либо повязку на голову. Вот лучше повязку давай. Есть еще традиционная, но повязка вот такая круче смотрится. Очки. Очки нет, тебе не идут. По прическе можно тоже тут наворотить. Можно даже дреды себе сделать. Но мне это не нравится. Пусть лучше у нас будет бандана надета. Вот эта вот повязочка. Значит, можно разукрасить себе лицо. Но пока что у нас нету красок. Потом бусы какие-нибудь одеть, да? Вот такие давай. На руки тоже браслеты. По поводу рюкзачка. Вот такой вот мешочек, он больше подходит. Хотя нет, вот синий рюкзак пускай так и останется. По поводу нашего коврика. Он у нас либо из плетеных листьев кокоса, либо из сухих листьев кокоса. Либо он может быть из ткани. Давай из ткани пусть будет. Ну и можно тут выбирать еще различные балалайки, ну музыкальные инструменты. Все, тут все. Можно поиграть на укулеле, если хочется, поесть и поспать. Мы же поспим. Выспались. Теперь пойдем с Тре встретимся. Он нам сейчас должен подогнать лодку, чтобы мы отплыли. Он же говорил нам, что с утра давай поплывешь. Тре, хопа, сальтуха. Четко как приземлился, видел? Постарайся нигде не заблудиться. Возьми компас и фонарик. Слушай, я вот так вот оделся и на тинейджера стал похож. Спасибо, Тре. Теперь у нас есть лодка. Подняли парус и поплыли в город. Вон к той левитирующей башне оторванной. Управляйте скоростью лодки с помощью мачты, рулите веслом. Якорь же нужен, чтобы лодку не унесло, когда вы ее не используете. Все как бы понятно. Еее, поплыли. Мы как настоящие пираты. Йо-хо-хо. Еще ему зло соответствующее. Плывем искать батю. Девчоночка балдеет. Пью. А если я сейчас здесь якорь брошу, что будет? А, сразу парус поднимается, да? Опускайся. Все, мы приплыли.
Вот такая вот карточка. Довольно-таки большая, я тебе хочу сказать. Для маленькой девочки. Блин, цивилизация, офигеть. Прикинь, для девочки, которая с острова выбирается, где, ну, ничего такого не было, ни интернета, ни электричества, приезжает в город огромный. Для нее это просто дикость какая-то. Как бы это странно ни звучало. Вот она, эта башня. Как она вообще держится, интересно? Причалы. Полезнейшие места, которые вы найдете по всему архипелагу. Вы можете быстро перемещаться между любыми найденными причалами и использовать косметические предметы для лодки. Указатели. Очень помогает ориентироваться в архипелаге. Подойдите к знаку и взаимодействуйте с ним, чтобы местоположение Чиа отметилось на карте. То есть ты понимаешь, в чем прикол? На карте меня не показывают как стрелочка, где я нахожусь. Чтобы мне это сделать, нужно подойти к указателю и отметиться на нем. Вот так-то. Игра усложнена немножечко. То есть смотри, я сейчас нахожусь как бы, ну, до сих пор игра думает, что я нахожусь на плоту Утрея. А по факту я-то уже в городе. И чтобы меня показали на карте, где я, мне нужно найти указатель. Ты представляешь? Где здесь указатели? Покажите указатели. Йоу, сальтуха. А, спина. Блин, надо... Не надо так делать. О, жрачка. Здравствуйте. Можно съесть, да? Подожди, не кушай, надо же заплатить, наверное, ты же в большом городе. Чё, бесплатно, да? Ну спасибо, братиш, спасибо. Прикольно. О, барахолочка. Мячик, я взял мячик. Вообще, мне не... здесь полиции нету, мне никто ничего не сделает. А по гитаре можно шлепнуть? Ой, опасно. Короче, можно из рогаток стрелять по всем. О, а можно разбить вот это? Нет, разбить не получится. Нам сейчас нужно, значит, пройти вон туда, в левитирующую вот эту башню. Ну, пойдем. Йо-ху! Да что ж такое? О, почти получилось. А можно еще вот так вот сделать? Уу! А, башка! Ладно, все, хватит. Хватит прикалываться. Так, я еще, знаешь, что хотел? Это что у нас за место такое? Попробовать. Да, мы как Человек-паук можем лазить по зданиям. Офигеть! Ну, просто чума. Давай, давай, давай. И прыгаем, как Человек-паук. Ладно, давай спустимся. Хопа. Уу! А, так, хорошо. Спустились. Хоть и выносливость кончилась, но спустились. О, там вон что-то есть. Смотри. Новая запись в дневнике. Указатель. Где-то указатель? Где указатель? О, вот указатель. Отлично, мы сейчас отметимся и на карте покажет, где мы находимся. Чья здесь? Ну и все, пучком. Погоди, я хотел вот это место посмотреть. Там какие-то трубы, все вот это вот странно там прям. А, это вертолетная площадка, ясно. Но нам-то нужно вот сюда. Блин, капец, как я высоко поднялся. Аж коленки трясутся у девочки. Батя, я пришел за тобой, выходи. Какое-то странное древнее здание. Нифига себе, внутри-то какая цивилизация, ты глянь. А снаружи выглядит как развалюха. Возьмите номерок. Номер 999. Плакаты Миавера такие забавные. Номер 999, подойдите. Что тебе нужно? Я хочу поговорить с Миаворой. Заполни вот это. Смотри, она стопку бумаг какую достала. Эй! Может, хватит? Я еще то не заполнил. Да хорош! Какая-то бешеная тетка. О, красотка че. Да ладно тебе! Очень хорошо, вот список подношений, нужных для встречи. Простите, что? Если хочешь встретиться с Миаворой, нужно совершить кутюм. Это же традиция. Все, иди. Капец, она взяла все анкеты и выкинула в мусор. Вот она бешеная. Поздравляем, проходи сюда. Тысячный посетитель, мгновенный вход. Нифига себе.
левитирующий лифт, обалдеть. В общем, вот такое вот начало. Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть продолжение этой игры, а дальше будет очень увлекательно и круто, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты этого еще не сделал. И тогда мы вновь с тобой увидимся в следующем ролике. Так что до встречи!